Третий уровень – это внешняя миссия. Вот здесь я уже начинаю вздыхать совершенно легко, потому что мы продрались сквозь все абстрактное мышление. И мы приходим наконец-то к самой, что ни на есть, конкретике. Внешняя миссия – это ответ на вопрос, что мы даем обществу. Потому что если компания не запрограммировала себя на служение обществу, компания рано или поздно вымрет. Ну, если это не наркотики. То есть мы не берем вот это вот все. Мы говорим о нормальной, обыкновенной, спокойной компании. То есть смысл существования бизнеса – это служение обществу. И общество что-то берет, вы даете что-то обществу, что-то ценное. Такое ценное, что обществу нужно. И общество за это готово вам давать деньги. И вот внешняя миссия – это что мы, как команда, как наш бизнес даем обществу. И это важно четко и ясно проговорить, написать и осознавать каждым сотрудникам. Потому что вот это уже пошла командообразующая цель. Это та самая цель, к которой каждый сотрудник начинает стремиться сам. Помните, мы в самом начале говорили про контроль? Контроль, который нужен. А если мы поставим эту цель, и если сотрудник ее осознает, он сам сможет к ней двигаться. То есть мы говорим про командообразующие цели. И первая цель, конкретная, четкая и ясная, это внешняя миссия, что мы даем обществу. Четко и ясно записанная. Четко и ясно формализованная. И это не, я хочу сказать, что это не текст вот такой, не бла-бла-бла. Это такое, это сущностный текст, который очень четко действительно показывает, что вот это мы обществу даем, оно это берет и оно счастливо. Мы очень на пальцах, очень, очень четко, простыми примерами на пальцах должны это понять и почувствовать. И это важно. Проговорить это с сотрудниками, это важно прописать это с сотрудниками, это важно очень четко и просто понимать и осознавать. Потому что это начало. Это просто. Что мы даем обществу? И это уровень намерения, наша внешняя миссия. Внешняя миссия, третий уровень.